Лучшая многодетная семья страны живет в Новочебоксарске. А Нани, вы стали одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». С большим семейством познакомилась наша съемочная группа. Работаем, работаем. Левая нога. Левая. Тренировки на поле несколько раз в неделю. Под руководством папы Анатолия сыновья занимаются футболом. В семье Наневых спорт занимает особое место. Именно благодаря ему будущие супруги и познакомились. Она занималась легкой атлетикой, я боксом. Мы познакомились, проходя медицинский осмотр в спортивном диспансере. Это было в 95-м году. И вот с тех пор, не расставаясь, с супругой мы постоянно выделяем, особенно когда хорошая погода, 3 раза в недельку. Я ей составляю компанию, мы с ней можем пробежаться в роще. Если не роща, езда на велосипеде, велопрогулки, детей подключаем. Любовь к спорту проснулась и в самом младшем сыне, 11-месячном Саве. Удары пока отрабатывает дома. Забей, папе. Ну, ой, молодец, другой пинай. Опа, хорошо. Мужская половина за спорт, женская за уют в доме. В помощь маме Марине 2 дочки, Таня и Тоня. Сегодня они вместе приготовили торт с малиной. Отведать десерт собралась вся семья. Ну, вкусно как бы. Все делать вместе. Главное правило Ананьевых. Дружно работают по хозяйству, выезжают на природу, участвуют в мероприятиях. В 2018-м они стали победителями муниципального республиканского этапа конкурса «Семья года». Недавно список пополнился всероссийской наградой. Победить, конечно, хотели. Я считаю, что... Мы чувствуем, что мы достойны. Ну, достойны, да. Семья. И можем составить конкуренцию. Но там уже как Бог даст, как жюри определит. А так, в принципе, мы, наверное, доказали всей своей жизнью на данный момент, которую прожили с женой, что порядочные, любим своих детишек, воспитываем. Они у нас, я надеюсь, двигаются в правильном направлении. Признание нашей семьи, то, что вот мы старались, мы живем ради детей. Супруги признались, что такое отношение к браку и семье привили им родители. А главное богатство – это то, что не купишь в магазине. Это радость, которую приносят дети. Я это видел на протяжении каждого дня в своей семье. И у меня ни тени сомнений не было, когда мне супруга говорила, что подарит мне нового малыша. Мы это с великой радостью воспринимали, потому что дети – это самое главное богатство. Татьяна Леонтьева, Олеся Русакова, Павел Рядков, Республика. И поцелую.